Дик и Эль Зерно. Доброе утро, мои цветочки. Много ли кислорода вы наделали за эту ночь? Ой! О, что это такое с вами? Здесь 6 саженцев. Куда вы хотите их посадить? Эй! Эй! Уверяете, что бывает вредный холестерин и полезный холестерин? Да, именно. О, далековато. Нашел! Мартин! Мартин! Толстая техасская свинья сердитого Хэнка. Барбекю. Поосторожней, дружок. Что-то мне не нравятся эти колючки. Что творится с растениями в этом городе? Да, они явно не в себе. О! Хм. Прямо как в кино. Эй, ну-ка, кактусы, что вы затеяли? В чем дело? А ну сейчас же отвечайте. Тик, это растения, они не говорят. К тому же дело не только в них. Это происходит повсюду. Эй, добавьте еще чуть извести. Пчелки! Слушаем. Попробуйте отгадать одну загадку. Кто мне ненавистен? Конечно, люди. Мне ненавистны люди. Они куда хуже козлов. Хотя и я и козлов не люблю. Все представители животного мира мне глубоко противны. Добавьте хлорофилла. Когда-то на заре времен Земля полностью принадлежала растениям. О, кое-какая живность, конечно, иногда попадалась. Например, пчелы, летавшие от цветка к цветку. Не корысти ради, а так любя. От этих животных одни сплошные беды. Вечно они топают ногами, сучат крыльями и давят все колесами. Они нас едят, шьют из нас одежду, рассаживают нас по каткам, выжимают из нас соки. Чудовищно. Но скоро все будет иначе. Этот чудесный растительный стимулятор позволит всем растениям подняться на борьбу с гнетом животных. Пчелки, вам больше не придется опылять стимулятором по одному растению за раз. Теперь мы опылим растения города одним махом. Я взял на прокат кукурузник. О, еще и грузовик. Слушай, я не понимаю, Артур. О, я всегда был убежден в том, что растения хорошие. И вдруг такие дела. У меня это просто в голове не укладывается. Это твое воздушное пространство. Лети за самолетом. Животные, ваши дни уже сочтены. Одна доля стимулятора на миллион миллионов долей воды. Это я изобрел этот рецепт. Зачем они вздумали опылять парк? Обычно опыляют злаки. Смотри. Эй, эти деревья взбесились. Надо перехватить самолет.
прочь с моего самолета, синяя обезьяна! Не знаю, чего вы добиваетесь, мистер, но я требую, чтобы вы немедленно посадили самолет. Нет, хо-хо, к вашему сведению, я арендовал его. Дай мне дотянуться до рычага, болван. Больше не сунешься. Тихо. Ау. Ну как ты? Манки-фанки. Манки-фанки. Ну уже. Ну же, Тик, давай. Надо выбраться отсюда. Тик! На помощь! Вызвали меня! Это обезьяна? В парке творится что-то неладное. Похоже, нужна помощь. Патриотической пятерки! Так, ребята, устроим перекличку. Человек четвероног. Капитан Гумарабик. Ковровый человек. Джаната Зугли. Ах да, малыш Феррит. Итак, задача. Освободить тех ребят. Вперед, патриоты. Мадам, мне нужны. Я прибегну к помощи клея под большим давлением. Закройте глаза. При трении моих ворсистых подошв о любую поверхность возникает заряд статического электричества. Опа! 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 О, как жарко! Прекратите! Мои монетки! 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 Артур, что ты тут делаешь? Джаред, держи. Спасибо. Представляешь, вдруг появился тип на самолете, стал опрыскивать парк, началось какое-то безумие. Потом Тик перепрыгнул на самолет, они стали бороться, Тик упал на землю, позеленел и начал светиться. Теперь он такой. Картошки? А, все хлопочете, пчелки. Только вот зачем? Ну же, зерно, не стоит унывать. Ты мастер своего дела. Но я вылил весь стимулятор на эту здоровенную синюю обезьяну. Мы сделаем еще много сделаем. Нет времени. Я должен вернуть самолет в бюро проката завтра утром. Ведь у них теперь почасовая оплата. Ты сможешь вылететь на заре завтра, да и революция уже началась. Если взбунтовалась пара деревьев, это еще не революция. Тут нужен большой размах. А размаха нет. Они восхищаются тобой. А? И вправду, я слишком строго себя сужу. Ведь я король Эльзерно. Я же сам провозгласил себя освободителем всех растений. Знаю, в чем моя ошибка. Революция растений должна начаться не в городе. У нас же тут целая армия, совсем рядом, и она огромна. Знаешь, я чувствую себя гораздо лучше. Тик, тебе нужно обратиться к врачу. Нет, поверь, я полон жизненных сил. Следующий. С таким я еще не сталкивался. Тут потребуется обследование. Так.
Да, да у него внутри клубни. Сегодня во второй половине дня в городском парке произошел какой-то странный бунт деревьев. Группа супергероев весь день вела с ними бой. В конце концов, им удалось обуздать взбесившиеся растения. Многие из героев были доставлены в городскую больницу для извлечения огромных занос. Мы продолжим рассказ после перерыва. Послушай, сними этот дурацкий костюм, чтобы не мучиться от жары. Я ковровый человек. Без этого костюма я никто. Успокойся, все уже позади. Я не хотел вмешиваться, но на меня напали кусты. И куда смотрит полиция? Ага. Ненавижу брокколи. Меж тем, в каком-то смысле, я сам брокколи. Тик, я получил результаты анализов. Я слушаю вас, док. Я ничего не знаю о таких явлениях, но, в принципе, мне кажется, что у тебя осталось часов 12. 12? А что потом? Ну, он превратится в овощ. Беда. Беда. Что же делать? Надо разыскать злодея, который все это сотворил, и добыть противоядие. А оно есть? У злодеев оно всегда есть. Это их особенность. Ну ладно, значит, противоядие есть, и мы знаем, что оно у типа похожего на цветок. Но где он? Это неизвестно. Но он взял на прокат кукурузник, так? А я знаю лишь одно заведение, где можно взять на прокат кукурузник. Контора Джеффа, заплати и распыляй. Круглосуточный прокат кукурузника. Здравствуйте, это Джефф. Привет, Джефф. Слушай... А вам нужен кукурузник? Нет, Джефф, ты не давал кукурузник на прокат типу, у которого вместо головы цветок? Многие берут на прокат самолеты. Какой цветок? Я очень занят. Эй, Джефф, это Тик. Скажи, где нам можно найти этого типа? Ну ладно, подожди секунду. Да, утром я дал самолет типу по имени Эль Зерно. Проживает в заброшенной оранжерее. Есть! Но она далековато отсюда. Как далеко, по словам Джеффа, от оранжереи? Он сказал просто далековато. А как узнать, сколько нам еще идти? Прощайте, обезьяны-угнетатели! Никто не сможет одолеть кукурузную армию! Можешь вырастить початки? Не знаю, не пробовал. Свои? Шагом марш! Вперед, ребята! Мои кукурузные бойцы, навострите початки! О, дело плохо. Ха-ха, я уже шучу. Хотя еще не стал властелином мира, вы, бойцы славной великой армии Эльзерна, моей, я встал на путь продвижения к власти, и вы пойдете по нему со мной. Так, держите, возьмите ручку. Мои ассистентки, пчелки, раздадут вам бланки отказа от медицинской помощи и шариковые авторучки. Пишите разборчиво! Он сумасшедший. Эй, вы тоже солдаты кукурузной армии? Мы полковники. Да, точно. Сегодня мы уничтожим все творения человека и заменим их величайшими творениями Эльзерна!
12-й час на исходе. Нам нужно торопиться. За время обучения на вечернем отделении сельскохозяйственного колледжа я усвоил следующее. Во-первых, никогда не подходи к корове сзади. Второе. Между людьми и растениями никогда не будет гармонии. И если тебе что-то нужно, приди и возьми. Ну, а мне нужен весь мир. Весь мир. Итак, скажи, где у тебя противоядие? Не понимаю. 30 секунд. Най, у меня нет времени на болтовню с тобой. А, противоядие. Я вспомнил. Оно у меня вон там. Мы там, где мы нужны. Поехали отсюда. Скажите, а? Я не понимаю. Тик, мы же можем взять самолет и опрыскать кукурузное войско. О, это идея. Внимание, мои бойцы, уничтожьте их. Потрясающе! Мне нравится быть супергероем! Я же говорил! Теперь, многоуважаемый сэр, вы находитесь под гражданским арестом. Террит, выплюнь, только что оно ползало. Когда на лбу вырастает помидор, задумываешься, что такое жизнь? Жизнь — это огромный салат, в который чего только не намешано. Но только он существует не для того, чтобы его есть. Нет, сэр, а чтобы жить. Здорово, а? Это здорово! Вы покидаете пределы Лас-Вегаса.